Решили мы нашим мопсикам сделать такие видеопортретики. Вот, будем мы по мере, кто как рождался, того и будем показывать. Мы решили, что у нас будет литера К. Все будут на букву К, все имена. Этот у нас самый маленький. Его зовут Корнет, славный герой. Вот он родился маленький. Но он потом стал быстро набирать вес. А где какой? Вот какой. Вот какой. Малявочка. Ну, он сравняется скоро со всеми, да? Ты будешь такой же, как все, большой. Так, второй у нас был. Где ты? О! Корсар отважный победитель. Вот он какой. Вот у него... Галстучек такой маленький, беленький, да? Галстучек. И на правой лапке вот два беленьких пальчика. Да? Такой ты рыженький такой. Мальчик, рыженький мальчик. Вот, вот такой. Ой, какой классный. Так, потом у нас был... Он один из всех такой серенький. Серенький, лохматенький. Мы его называли Клод Моне Великолепный. Смотрите, какой. О, лапочки какие. Смотрите, какие лапочки толстенькие. Мордочка симпатичная. Ой, как зевает, улыбается. Да? Клодик? Спокойный. Нет, он не спокойный. Наоборот, он разговаривает такой. Так говорит, да? Клод. Смотри. О, какой он движенный. Так, потом у нас, стой, где ты? Нет, я не вижу, вот он, сзади где-то. Нет, вот Каспер. А, вот такой, Каспер, добродушное привидение. Каспер. Никаких у него пятнышек нет, у него тоже такие вот мощные лапы. Вот такой он, да? Такой ты, Каспер, Каспер. Вот. И последний у нас родился. Где ты есть? А, во. Кекс. Шоколадный маффин. О, смотрите, какой он прям. Шоколадочка такая. А у него два белых пальчика на левой лапе. Во. Два белых пальчика. И тоже у него галстучек такой маленький, беленький, да? Да? Красотун. Маффин шоколадный. Маффин шоколадный какой. Вот он какой. Да? Красавчик ты. Ой, классно оторвать. Все.